Наркоз матки. Матка в клеточке находится. Берем ее в руки. Берем маткодержатель. Матку направляем головой вот сюда. Таким образом. Матка заходит, и матку мы придерживаем пальцами. Перехватываемся. Сейчас я настрою. Далее держим матку, размещаем ее вот таким образом, и нам подается наркоз здесь через опору маткодержателя. И вот матку мы регулируем по высоте, как нам необходимо. Мы можем, если вам удобно, высотой маткодержателя поднять выше, и соответственно будет выпирать только совсем чуть-чуть. Совсем кончик видно только жало. Либо же, если вам удобно, мы можем вообще опустить ее пониже, и мы будем видеть матку больше в таком положении. Мне удобнее работать, чтобы было где-то промежуточное положение, вот таким образом. Матка не выпадает, не вылазит, не нужен конус, ну, в моей системе, в этой системе. Далее уже идет работа. Поправляем. И тут ловим жало. Зацепили жало. Подводим вентральный крючок. И раздвигаем. Как видите, матка не выпрыгивает, не лазит. Почему? Потому что она находится под наркозом. Все. Матка готова к осеменению. Вам спасибо за внимание.